Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал «Ваша дача». И сегодня видео необычное. Я хочу сказать, что на участках всегда должен быть самосев. Некоторые люди с ним борются, а я просто восхищаюсь цветами, которые сами всходят и создают сами красивые поляны. Вот, например, в прошлом году здесь я посеяла календулу. Календулу необычную, махровую, разных сортов. Я и семена пробовала собирать, но некогда высаживать, высевать. И вы можете видеть уже из самосева, какая красота. Конечно, обратите внимание, тут и травка остается. Но не успеваем. В этом году она растет быстрее, чем мы уходим по участку. И вот это только начало цветения. Эта календула, она будет радовать весь сезон. Она такая же лекарственная. Можно ее собирать на чай. Можно любоваться, наслаждаться и все учесть, что ничего я здесь не сеяла. Взошло много мальвы. Мальва, конечно, она огромная, она вырастает 1,5 метра. Я из нее сделаю стеночку, но все равно она заняла это пространство и будет радовать густым цветением. Васильки, как всегда, самые раннецветущие, поэтому красоту создают, нежность. Но пришлось их подвязать, потому что дожди все-таки не жалуют их. И оставила я васильки прямо в томатах. Томаты садили между васильками. Ну, конечно, я думала, они будут прикрывать от палящего солнца. Получается, немножко в этом году от них даже проблема. Поэтому придется мне их срезать. Семена свои вряд ли я получу именно с этих. А так хотелось, но они закрывают томаты, делают им тень, их ливни просто валят. Но пока наслаждение неимоверное. Я даже не знаю, как можно было бы без самосева успеть все-все везде насеять. Вот еще одна клумба, тоже самосев. Бархатцы с прошлого года. Тоже календула, не знаю, как пробралась обычная календула сюда, но здесь красивая махровая календула. Рудбеки, кстати, она многолетняя. Прошу прощения у тех, кто писал мне многолетняя, я настаивала однолетник. На пакете было написано однолетник, но вот она многолетняя и такая красавица. Много лет искала многолетника, все время вырастали однолетники. И самосева дала много, и кусты перезимовали. И вот просто красивый в огороде, рядом с томатами высокорослыми, которые еще никак не успеваем подвязать. Такой цветничок, который очень-очень радует глаз и не дает возможности зацикливаться на выращивание продуктов питания. Самосевом взошли у меня на удивление в этом году и астры. Просто взошли целыми полянками на тех местах, где они росли в прошлом году. Очень порадовали. Два уголка как раз к месту. Я даже немнемножко расстроилась, что я вырастила 3 ящичка астр. А тут уже все растет прекрасно, благоухает. Зелененькие, красивые, без всяких абсолютно хлопот. Поэтому не вычищайте участки, давайте растениям прорастать, сохраняться, сохраняться многолетникам, подстраивайтесь под те места, где они растут, и вы легко и красиво и очень быстро украсите свой участок. Вот и все, на что я хотела сегодня обратить внимание. Оставайтесь с нашим каналом, до новых встреч, будет еще много всего интересного.